Всем привет, с вами Фрост, и мы продолжаем играть с вами в Murder Soul Suspect. И остались мы с вами на том, что зазакнули какую-то кучу говна, которую пылесосит наш священник, и должны найти девочку, которая где-то живет на крыше, которая как Карлсон в самом рассвете сил, но только девочка и живет там же, где Карлсон. Ладно, не будем... Ой, ё-моё, как же здесь много всякого дерьма нужно сделать. Ну ладно, кто-то писал, мне не нравится эта игрушка, потому что здесь нужно что-то делать, что-то искать. Ну, ребятки, я не я, если хата не моя, короче, это не об этом. Сейчас, короче, я вырежу все поиски, не бойтесь, я вырежу все унылые моменты. Смотрите, какая киска лучше, а? И она в зоне риска. Какая киска, даже ачивку дали. Правда, у меня там веб-камера. Вот, может быть, даже убрал веб-камеру, чтобы посмотреть. Там ачивка была, какая киска, ну ладно. Скорее всего, я ничего не убирал, потому что мне, наверное, неохота. Мяу! Я бегаю за кота! Круто, я могу бегать за кошку! Ай, шикарно. Ладно, мне шляпа сейчас не нужна. Это не нужна. Мяу! 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 Ромич, иди посмотри, я за кота играю. От черт, ну, не в комнате. Жрать, дай! Дай пожрать! Нет, 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 не выйти! Не надо выйти! Не надо выйти из кошки. Слышь! Наглый человек, дай пожрать! Пожрать дай, пока не насрал на ботинок! Все, ты попал. Где твои тапки? Я вычислю твои тапки по IP. Этой тапки по IP вычислю, ты понял? Ты попал, короче, все. Все, где его тапки? Где его чертовы тапки? Как тут прыгать? Не, стоп, как прыгнуть? Да стой, я знаю, как-то можно прыгнуть. Мне показывай прям след туда, прям запрыгни, мыл. Блин, как же круто передвигается кошка. Я буду... Это будет симулятор кота. Я не буду, правда, не могу прыгнуть. Ну как, ё-моё, ну как, ну чё? Ну он не умеет прыгать, меня не обучали прыжкам. Мяу. Ну прыгни, ну пожалуйста, ну киска, ну пожалуйста. Да, ладно. Где тапки, 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 тапки? А, жалкий человечешка, я обосру все твои тапки. Я... Нафига мне пила? Ты ж кошка, нафига тебе пила? Я обосру все твои тапки на 3 поколения вперед, ты понял? Я прокляну. Что-то с вентиляцией? Не знаю, ничего. А, ничего, сэр, это профилактика. И это просто кошка залезла. О, опять пила. Да нафига мне эти пилы? А черт подери, как прыгать? Как прыгать? Мне ж показывать, как ты прыгал. Ладно, сейчас найдем. Сейчас понажимаем на все клавиши, вдруг что-нибудь найдем. Мяу! На самом деле, я не только патриот, но и... Я не хотел выходить из кошки, но, блин. Пойду к казнюшу. Уи! Я зову как казнить! Ой! 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 А! Ой! 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 А-а-а! Бабка, подвинься! Уйди, старый черт! А! Меня зажарился в врагу! Рагу из призрака! Вот это поворот! Я бы такое пахал! А, блин! Ладно, че это я привязался к этой засранке? Давайте мы проверим лучше девку. Че ей тут надо? Ну-ка, смотреть. Поднимается или спускается? Наверное, все-таки поднимается, если на первом этаже стоит, что тебе надо. Типа мы осмотрели, да? Типа все. Ну ладно, ладно, я это помню. Я тебе это, сволочь, припомню. Да вашу мать! Няу! Рейс, пошла! А я хоть... Че я сказал? Слышь, где твои тапки? Выкладывай! Выкладывай где твои тапки, ублюдок! Я сейчас тебе устрою здесь веселое приключение! А с этим ногам! Любого нас пускать. Мяу! Мяу! Зато мне вот тут просто прижил казус, у меня запись не включилась, точнее я забыл ее включить. Но я научился пользоваться кошкой. Теперь на Е. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И, блин, как же я. И все, это теперь это симулятор кошки. Стой, 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 кошка. Стой. Жрать, давай. Жрать. 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 Мяу! Что-то с вентиляцией? Нет. Ничего, сэр. Кстати, тот пес какой-то, ну он просто очень мощный. Нет, я не придираюсь, но честное слово, разве это центральная деталь украшения?
Извините, мам, но в заявке было оформить пуританский... Так, какое меня схватит, если я буду в облике кошки? Посмотрите, просто посмотрите. Это по вашему... Скорее всего, мне нужно все-таки убить этого засранца. Не фартануло. Мяу! Нет, черт! Валим-валим, все равно. Валим-валим, вот так вот. Я всего лишь плов готовлю. Я всего лишь дворник. Какой дворник? Черт, нет. Кто там? Он электрик. Я всего лишь пенсионерка. Да отвали ты от меня, хватит блевать на бабушку. Не блюй на бабушку. Фу, таким быть. Да не блюй ты на бабушек. Да пошел ты. Пошел ты. Да пошел ты. Я где? Вот тут вот я. Он неубиваемый вообще, ну нереально его гопнуть. Он слишком какой-то... То ли я что-то неправильно делал, то ли он слишком дерзкий. Ну, иди сюда. Вот так вот, зассал. Что он в туалете такой? О, пила, опять пила. Я задолбался, что собирать... Я столько этих пил здесь уже понасобирал. Так, и что здесь буду делать? Ну, я так полагаю, мне нужно просто пробраться наверх, а наверху мне делать нечего. О, да. Так, я больше соответствую своему главному герою. Наверх я не могу пробраться. Возможно, мне нужно убить его, чтобы пробраться наверх. А возможно, нет. Я не знаю, как это все связано, но просто... Я не знаю, что мне еще делать. Заново. Так, может быть, здесь? Йоу! Йоу! Да, конечно, да. Давай, Петушок, подходи, ну не так дерзко, конечно. В ритме вальса. Ну давай, ну быстрее, да слоупочно-то. А, разворачивайся. Иди сюда. Yes! На! Надо было удерживать! Фак, я какой-то хрен. Я просто нажимал, я совсем забыл. В 17 веке. Где это кошка? Мы изобрели день благодарения. Нафига я убил его? Не знаю. Мне нужно пройти сюда. А чтобы сюда пройти, надо проверить, кошка вообще, она как, ходит по этой хрени или нет? Где кошка? Кошка. Оп, здрасте. Да не ты. Куда мне на них свет? Мне нужна кошка. Мяу! Мяу! Бедная кошка. Вот так вот, склал я на все ваши следы, вот так вот, застранцы. Так, но дверь я открывать не могу, потому что я кот. Очень симпатичный кот. Кот, почему ты не можешь пройти туда? А, может быть, тут есть обход. О, шикарно, да. Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. И где тут что? Ой, пауки, спуди, нехорошие спуди. Мяу! Заново! Так, обратно! Не сюда, ну блин, пенсионерка, все из-за тебя! А, может быть, не сюда, где-нибудь здесь можно пройти. Ты кем будешь? Курякой будешь? Ну ладно, ну и бегай, тут засранец. О, возможно, мне как раз сюда и пригодится. О, бес скагит. Но мне пофиг, я за кота. Я с котом. Кот, ты просто космос. Воу. Стой, не хватит. Я просто пытаюсь прыгать на эту клавишу. Ой. Кот, ну реально, ты просто космос. Ты не Гагарин случаем, нет? Так. Вот так вот. Воу. Шикарно, это лучше, наверное, это лучший момент и лучшим останется моментом в этой игре, когда я управлял кошкой. Или котом, неважно, я не проверял. Ну, лезь давай. Вот так вот. Блин, ну как же круто сделана анимация кота. Все равно клал на ваши вот эти вот, вот на ваши вот эти метки, я просто клал, ложил. Так, щель, на, гады.
Так, ну лифт, наверное, приходит сюда. Как раз верхушка. Мне нужно куда-то залезть. А куда? Так. Да чтоб... чтоб вас, а? Ладно, думаю, настало время покинуть кошку. Я хотел пройти сам, но ладно, так уж убыть. Вот она, наконец-то. Слышь, еще? И почему я все время теряю ключи? Элитный гопник. Как же до нее достучаться? Обычный гопник. Ага, еще. Слушай, сейчас мы с тебя обыщем здесь вообще. С головы до пяток сейчас тебя обыщем. Ку. Влияние. Чем бы на тебя повлиять? Что ты там делала, сволочь? Где? Ключи на шее. Как ты их потеряла? Убирайся к черту! Проклятие, если ты еще раз в меня вселишься, ты не имеешь права взваливать на меня свои проблемы. Я разыскиваю своего убийцу, того, кто час назад чуть не напал на тебя, и если... Погоди-ка. Ты, здравствуйте. Ты меня видишь? И слышишь? А чёрт, я понял. Ты же медиум. Ха. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашел идеальную помощницу. И чего вы все время к нам цепляетесь? Помогать копам – это не какая-то там привилегия, а самая настоящая ловушка. Я не информатор, не партнер, не друг. Ничего вам не должно. Как, впрочем, и вы мне. Да-да, я все понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще еще жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Мне жаль... Так все-таки ты мне должна. С тобой произошло ужасное. И ты... Ты меня спас, ладно? Вот-вот. Что? Что ей известно? Да она вообще, по-моему, до хрена все знает. Ну-ка, спрашивай. Да, ну-ка, почему и убийцы ищет? Меня убили, когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Зачем ему твоя мама? Нужна твоя мама? Но зачем? Она, как я, но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Ну нифига себе, продажный сволочь, а? Давай, ну-ка, где где она? Где твоя мать? Это главный вопрос этой игры. Наверное, умерла. Она бы меня никогда так не бросила, нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь, это совершенно точно. Козёл. Не зря он сегодня сюда приперся. Так, если он ее убил, зачем возвращаться к ней в квартиру? Просто. Я не знаю. Слушай, ну не накручивай себя так. В самом деле. Давай так, ну-ка, у меня есть еще пару вопросов. Почему ты там не живешь, а? Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте. Не хочу, чтобы меня обнаружили. В детстве я тоже редко дома бывал. Знаю, это бесит. Зачем такие паузы? Почему сегодня вечером ты была в квартире?
Что искала? Ну ладно, что ты делала в своей квартире? Я там живу, Шерлок. Черт, нас спалили! Валим, валим, валим отсюда, валим, короче. Пару дней назад моя мама пропала. Мы редко видимся, но раньше она не исчезала. Ну, вот так. Зарабатывать на способностях? Да. О, может, ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли. Составлять портрет убийцы. Прости, я не в курсе. Первый раз вижу. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Во! Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Правда? Ты знаешь убийцу? Ты раньше видела моего убийцу? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас, копов, совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу. Понятно, почему вам помощь так нужна. Я опрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Ну, призрак-то, конечно, спасет твою задницу. Людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои мои. Нифига себе, у тебя ключей. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка. Куда пошла? Погоди секунду, послушай. В этом замешана твоя мать, значит, мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Нань! Громкий крик! Она явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Кошка, оседлать кота, быстро! Выход. Конечно, есть другой выход. Блин, надо... Так что, все, начинаем. Быстро! Оседлать кота мне! Быстро, 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 быстро! Мяу-мяу-мяу! Убеди где-то, где-то. Ну-ка, няку, кот, и быстро, быстро, вот так вот. А, черт, а где выход-то? По-моему, там можно где-нибудь выпрыгнуть. Тут-тут-тут-тут-тут. За дело берется детектив кот! Кот зассал, нет? Воу! Нет, ничего, кот не зассал. Кот затащил. Крутой кошак, где она, где эта сволочь? Я сейчас и надеру задницу, да что ж ты делаешь-то, блин? Так. Ладно, кот, извини, прощай. Блин. Кот, привет, ты мне снова нужен? Давай погнали, вперед в погоню, только куда? Куда нам? Куда нам, кот, с тобой бежать? Куда нам надо? Куда? Ладно, кот, прощай. А чё, дверь запечатали? Чё, издеваетесь, что ли, кот? Вперед, в путь дорогу нам пора. Давай, отправляем кто-нибудь. Так. Чёрт. Стой! Вернись! Уже уходишь? Да, извините. Но я вернусь, святой отец. Будь осторожна. Да ладно, кому она нужна? Кроме меня. Пылесосить будем? Стой, куда пошел? Стой, говнюк! Брум, брум, брум. О, что это такое? Что произошло? Прошляй, киска. Не может быть. Да что с тобой? Может! Он бесится. От того, что ему такие какашки пылесосил. Ну-ка стоять, сволочь! Бесы опять! Это я понял. Ё-моё вас тут, а? Да всё, помню.
укрытие. Ну вы мне дадите двигаться, нет? Да хорош. Она озвучивает мои мысли. После этих убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Но вряд ли это... Рядом с тобой. Аркадий! Да вот так вот. Yes, fuck yeah. Это не обессудь, ворон, не обессудь. Я чуть-чуть, я поурасик. Ага. Аркар-кар. Опс. 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 Да-да-да. А он что? Она что? А мы что? А мы зачем? А мы кто? А, черт, мы просто черные. Адольф, ты ли это? Там Адольф сидел. Адольф был, отвали от меня. Отвали, говорят, меня. Отвали, говорят, меня. Да иди ты нафиг. Отвлечь. Аррррр, ворона. Там ворона. Ворона барагозит. Отвали от меня. Да ладно тебе. Ауч! 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 Нуп! Да ладно тебе, иди дальше следи. Вот так вот. Пила, а листок. Попалась! Сволочина ты, эс, вот так. Ух, ну и дерзкий мужик, ну и дерзкий. Все из его шляпы собрать. Пикап мастер. Мысли Джули? Нам не пофиг. Где ты здесь видел Адольфа? Ладно, он уже ушел. Опять мне за ней бежать. Куда? На выход пошла? Ну, валим, валим. Перейти! Проклятие. Да. И что теперь? Действуй, Шерлок. За работу. О! Господи. Здрасте. Мой любимый кошак. Ой, я очень рад, что он вернулся. Ну, куда она делась, а? Ась. А, кошка. Давайте допросим кошку. Угу. Громкий крик. Нет. Сбежавшая свидетельница. Кош, что ты знаешь о свидетелях? А вот эту знаешь? А может быть эту? Нет. А может быть эту? Нет. Может быть эту? О! Временное убежище. Найди в участке мои записи. Не возвращайся, это опасно. Она пошла в участок, чтобы выкрасть какое-то досье. Конечно, никто не заметит. Да ладно тебе скалиться, кот. Ты знал, что ее мать работала на полицию? Да ладно тебе, что ты можешь не сделать? Ладно, можешь не отвечать. Да он и не собирался. Что? Красивый вид. Пора возвращаться в участок. Угу. И то верно. Ну что ж, на этом мы будем с вами заканчивать. С вами был Фрост, а также наш призрачный сыщик. Ну и, конечно, всеми, думаю, всем полюбившиеся кошка или кот. Так мы этого и не узнали. Ладно, это мне все.
Не забывайте подписываться, если еще этого не сделали, а также ставить лайк, если вам понравилась игра, эта серия, кошка, ну и так далее. А также пишите свои комментарии. Всем удачи и всем пока!